Здравствуйте, уважаемые друзья! Здравствуйте, уважаемые пользователи сети интернет! С вами на связи Владимир, и в сегодняшнем видео мы поговорим с вами о новинке, которая сегодня на фазе предстарта. Старт намечен на 8 сентября, что админы продумали очень правильно, потому как вот-вот подходит к концу сезон морей, отдыхов, отпусков. Сетевики сворачивают свои шезлонги, матрасы и прочий инвентарь пляжного отдыха и возвращаются за свои компьютеры. И в этот период жизнь в интернете становится более активней, наполняются проекты. И сегодняшний проект, тема данного видеоролика, называется Grand Success, то есть, значит, грандиозный успех по-русски. Вот. И я обратил внимание на одну очень интересную деталь, что только-только как я услышал рекламу об этом проекте, я зарегистрировался и обратил внимание, что я здесь уже не самый первый человек. Посмотрите на сайт, я сейчас нахожусь на данном сайте, участников уже 10 077 человек. Попробуем обновить страницу. Ну, пока так. И я для себя понял одно, что там, где массы, значит, там будет интересно, там будет движение, там денежно. Вот. И, естественно, я, не раздумываясь, зарегистрировался по ссылке своего пригласителя. Вот. И давайте с вами сейчас пройдем пошаговую регистрацию. Регистрация здесь очень простая. И далее поговорим о маркетинге и что обещает, какие перспективы сулят нам в этом проекте. И рассмотрим все это подробно. Итак, после того, как ваш спонсор дал вам реферальную ссылку, мы вставляем ее в адресную строку, попадаем на вот моя партнерская ссылка, то есть мой логин «Сила денег», значит, нажимаем кнопочку вверху справа «Регистрация», и система здесь, значит, выдает нам форму регистрации, где нужно заполнить в этой графе свое полное имя, можно без отчества. Значит, далее написать латиницей свой логин. Как видите, мой «Сила денег», вы пишете свой. Вписываете и рабочий адрес электронной почты, желательно gmail.com, ни в коем случае не mail.ru, потому как важные письма просто могут не дойти по этой почтовой системе и будут заблокированы. То есть gmail.com, yahoo.com, yandex.ru. Так, идем далее. Значит, здесь мы повторяем свой email в этой графе. Далее, в этом разделе, в этой графе мы вписываем свой пароль. Вписываем посложнее пароль, для того, чтобы обезопасить свою систему от входа злоумышленников. Повторяем свой пароль. Выбираем контрольный вопрос из четырех вариантов. Вот. И вписываем здесь ответ на данный вопрос. Это будет система безопасности, и, возможно, при каких-то финансовых операциях, либо при восстановлении аккаунта, у вас система спросит ответ на контрольный вопрос. Идем далее. Значит, из платежных систем в данном проекте присутствует Perfect Money и недавно добавлен EgoPay. Вот, и, значит, здесь вносим свои данные кошельков, то есть номер кошелька, начиная с буквы U, это Perfect Money, и EgoPay, это ваш логин вашего аккаунта кошелька EgoPay. Все, на этом форма регистрации заполнилась, осталось вам, значит, предварительно ознакомившись с правилами, если вас все устраивает, поставить вот здесь галочку и нажать кнопку «Зарегистрироваться». Далее система вам предложит авторизироваться. И, значит, введя вот здесь свой логин и свой придуманный пароль при регистрации, нажимаем кнопочку «Войти».
И вот мы с вами попадаем на страницу, значит, нашего аккаунта. Как видим, уже прибавилось два человека, то есть регистрации потихонечку идут. И скоро здесь жизнь закипит, забурлит, и денежка так и будет, значит, распределяться по всей структуре согласно маркетинга. Маркетинг. Давайте поговорим немножечко о нем. Вот она кнопочка маркетинг. Кто что-то может недопонял, может будет понятнее в тексте, нажимайте кнопочку маркетинг и ознакомливайтесь. Здесь есть, значит, рисунок структуры, который объясняет движение средств, и фишечка, о которой я сейчас с вами поговорю в данном ролике. Итак, маркетинг Grand Success. Значит, система работает по принципу переворот. Многие сейчас вспомнят проект, который стартанул месяц назад, это Вертаж. Но я сравнивал маркетинги и понял, что здесь маркетинг более отшлифованный, более идеальный и более правдоподобный, приносящий прибыль. Вот. Дело в том, что, значит, при регистрации, скорее всего, это будет со дня старта, значит, существует абонплата 14 долларов в неделю. Партнер должен будет заплатить на 6 уровней вверх, то есть вышестоящим своим спонсорам, своему непосредственному спонсору, спонсору спонсора и так дальше на 6 ступеней вверх. Таким образом, партнеры здесь получают от абонплаты свои определенные проценты, и если у вас уже сформированная структура, и чем дальше в глубину на 6 уровней, тем больше людей. Естественно, от каждого вот такие проценты по иерархии вверх, это будет сформировать при полной заполненной вот этой матрице на 6 уровней 294 доллара раз в неделю. То есть, как вы понимаете, можно разово внести 14 долларов при старте проекта и начал приглашать, рекомендовать данный маркетинг потенциальным партнерам, уже следующие проплаты делать из заработанных денег. То есть это касается активных людей, тех людей, которые не привыкли ждать, пока им что-то с неба упадет, и они активно строят свои сети, приглашая все новых и новых партнеров, и на этом зарабатывая согласно этого прекрасного маркетинга. Вот, что же происходит дальше? Раз в неделю структура переворачивается, и те люди, которые были последними, становятся как бы у истока этой всей матрицы, вот, и начинает следующую неделю тоже получать деньги. То есть в этом маркетинге абсолютно никто без денег не останется. Вот, да, неделя может пройти, как говорится, на абонплате, но следующая неделя обязательно даст прибыль. Тем более, что если вы даже не, как сказать, не имеете навыков приглашения, либо приглашаете, но очень мало людей, вот, и как бы структура ваша может строиться не очень быстро, здесь, значит, бинарный маркетинг, бинарная матрица, то есть по два человека, значит, и если у вас активные вышестоящие спонсоры, естественно, если они пригласят третьего, четвертого, пятого человека, все они пойдут вниз под нижестоящих партнеров, и, естественно, это обещает переливы и заполнение вашей структуры намного быстрее, чем если бы вы работали сами. Далее, конечно же, если у вас есть в структуре активные партнеры внизу, они помогают вам строить вашу сеть снизу, что тоже очень хорошо. Вот, и, значит, вот так каждую неделю оплатив 14 долларов абонплаты, структура переворачивается. И те люди, которые пришли позже, начинают тоже зарабатывать. И в данном маркетинге абсолютно все остаются с прибылью. Все очень просто. Маркетинг,
мне очень понравился лично на мое усмотрение, лучший маркетинг с переворотом я пока не встречал. И я чувствую, что в данном проекте будет очень интенсивное движение, только из-за того, что здесь уже людей столько, сколько уже действующие проекты не набирая за месяц, за два, за три и более. Вот, то есть старт будет грандиозный, денежный. Денежный поток будет идти на 6 уровней вверх. И, естественно, люди, которые приняли верное решение и, не задумываясь, зарегистрировались и начали строить свои сети, здесь очень прилично заработают. Давайте немножечко пройдем по кабинету и рассмотрим кнопочки. Значит, регистрацию мы с вами прошли, она простая. Значит, нажимаем кнопочку аккаунт, попадаем в свой аккаунт. Так, недельный платеж, как мы видим, 14 долларов. Всего платежей на сумму, ну это, я так понял, статистика финансовая, где будет отображаться ваше общее количество внесенных средств и так далее. Вот кнопочка «Сделать вклад». Значит, понятно, что это нужно пополнить кабинеты и оплатить. Система, я так понимаю, выдаст 6 номеров кошельков вышестоящих спонсоров, на которые нужно будет перевести определенное количество средств. Вот. Именно таким образом здесь распределяется деньги. Это нормально. Это маркетинг хороший, проверенный, и по такому же маркетингу работали проекты. Только деньги, кэш-поток и подобные. Вот. И все прекрасно знают, что там было прибыльно, денежно, и люди действительно зарабатывали немалые деньги. Значит, партнерская программа. Давайте здесь немножечко остановимся, нажмем на кнопочку. Значит, здесь вот вы можете увидеть имя вашего пригласителя. Значит, также здесь будет статистика по рефералам, отдельно будут вынесены активные рефералы и отдельно общее количество рефералов, то есть активные и неактивные все вместе. Здесь же вы можете найти свою реферальную ссылку для того, чтобы незамедлительно приступить к построению сети, пока проект на предстарте. Значит, пользуясь случаем, значит, вот показываю свою ссылку, присоединяйтесь к моей структуре, давайте будем зарабатывать вместе и вместе участвовать в этом идеальном маркетинге. Так, отлично, тут разобрались. Значит, так. Я могу немножко запинаться, потому как пишу ролик, значит, еще не исследовал досконально кабинет, и поэтому все это я делаю в первый раз и вместе с вами. Так, ну здесь у нас, значит, будет статистика движения, я так понимаю, средств. Значит, здесь можно выбрать определенный календарный день, от дату от и до, и просмотреть те или иные, значит, ту или иную информацию. Так, ну это понятно. Значит, идем дальше. Здесь кнопочка у нас для быстрого вклада, именно вынесена прямо в меню. Вот. Вы можете сделать оплату, значит, 8 сентября 2014 года. Значит, это будет старт в 20:00 по Москве. Вот. Запомните это время и к этому времени, значит, поспешите зарегистрироваться и есть срок сколотить структуру. Дальше. Есть кнопочка, самая вкусная кнопочка в любых проектах, это заказать выплату. Вот. Ну, пока что денег у нас нет, значит, есть у нас данные наших кошельков. Здесь мы можем, наверное, выбрать, когда будут средства какие-то на балансе. Вот. Пока система нам выдает, что средств для вывода нет. Идем дальше. Значит, эту кнопочку посмотрели, рефералы посмотрели, настройки. Ну, здесь у нас настройки профиля. Здесь мы можем изменить наши данные. Изменить новый пароль, если это потребуется для обеспечения безопасности доступа к вашему аккаунту. Ну, обычная процедура и присутствует во всех проектах. Так, дальше. Безопасность.
Так, ну здесь вы можете настроить под себя, значит, по, значит, IP-адресу, значит, и так дальше. Чувствительность смены браузера. Ну, это все я не трогаю, мне это не нужно. Вы на свое усмотрение. Ну, кнопочка выход, это понятно. Дальше. Давайте рассмотрим меню, которое у нас есть немножко выше. Значит, ну, главное понятно. Значит, там у нас основная краткая информация о проекте. Здесь вы можете ознакомиться о том, что это за компания, вот, и прочитал, понять для себя те или иные нюансы. Значит, в этом разделе у нас правила. Вот, если мы наведем кнопочку на правила, у нас есть подменю, значит, есть условия использования, политика безопасности и антиспам программа. Вот, то есть ознакомьтесь, пожалуйста, с этими правилами, чтобы, ну, так будем говорить, не нарушать. С маркетингом мы только что ознакомились. Значит, раздел помощь. Ну, здесь вопрос-ответ, здесь стандартно. Значит, прочитал, значит, здесь вопросы и ответы. Вы уже более досконально будете знать о тех или иных нюансах в данном проекте. И, как говорится, меньше времени у вас идет на выяснение, значит, этих вопросов со своим спонсором, либо где-то с другими партнерами. И когда вы уже начнете приглашать, вы уже будете более подкованы, ознакомившись с данным разделом, и будете твердо и устойчиво отвечать на вопросы ваших приглашенных. То есть очень хороший раздел, и рекомендую постоянно вот такие разделы читать во всех проектах. Вот. В данном случае это проект Grand Circus. Идем далее. Если вы не нашли ответа на своего вопроса, или у вас какие-то технические вопросы, финансовые и так далее, значит, у нас существует раздел «Контакты». Нажимаем на контакты, значит, здесь уже указан наш email-адрес, указанный при регистрации, значит, указано от кого, то есть от меня на данный момент. Вот, вписываем текст сообщения и нажимаем кнопочку Send, отправить. И письмо уйдет на адрес электронной почты, техподдержки, либо администрации. И, думаю, незамедлительно или в какие-то кратчайшие сроки на ваш адрес электронной почты придет ответ о том или ином вашем вопросе. Вот. Ну, это понятно. Участников, как видите, с момента снятия ролика на 10 человек прибавилось. Давайте обновим страницу. Да, 10087 человек, было 10077. То есть динамика прихода партнеров в данный проект положительная. Вот это, как говорится, не может не обращать внимания как мое, так и ваше. Поэтому, господа пользователи сети интернет, рекомендую вам незамедлительно присоединиться по моей ссылочке в данную тему. Давайте вместе с вами будем строить структуру и согласно маркетинга данного проекта зарабатывать приличные деньги. Хватит бедствовать и бегать по разным проектам, которые в скором времени закрываются, вот какие-то однодневки, хайпы и прочие. Данный маркетинг должен обеспечить, значит, финансовый поток абсолютно каждому участнику. Под данным роликом я выкладываю свой скайп, я выкладываю свою партнерскую ссылку. Если будут какие-то вопросы, добавляйте скайп, мы обязательно обсудим. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Владимир. Всем пока.